А сыграем в нерфы. В эти лазерные, да, давай. Выбирай себе, какой тебе. Выбирай. Ну давай, раз, два, три. Ах ты мой маленький, не плачь, хватит спать, я спажу. Скучно, наверное, быть с папой. Тоже на папа с Лубатик со мной поиграть. Саша будет папой, а Сеня с сыночком. Давай это загасил. Yes, я выиграл. Сенька, поиграй со мной, дочки матери. Софи, ты же видишь, я играю. Я в дочке матери играть не буду. Давай с нами поиграешь. Ну, Сенька, ну, пожалуйста. Я же девочка, не мальчик. Иди вон Сашу просил. Ладно, пойду Сашу просить. Саша, Саша, поиграй со мной, дочки матери. Ты же видишь, какие дочки матери, война идет, можешь со мной сыграть, если хочешь. А если я сыграю, то вы со мной поиграете? У меня есть для вас классная идея, я вам передаю какао потом. Ладно, сейчас войнушку сыграем, потом дочки матери поиграем. Бери пистолет. Не бью я эти войны, где же тут пистолет? София, давай против Арсения. Молодец. Перезаряжайся давай быстрее. Саш, Саш. Пари. Давай прячься. Ай, что вы на меня стреляете этими пулями? Два против одного, так нечестно. Все, София, мы выиграли, а Сеня, ты побежден. Ну так правильно, два против одного, вот и победили. Саша, будем тебе дочки матери играть? Не, я хочу еще в приставку поиграть, будешь со мной? Саша, ты же обещал дочки матери играть, больше вануша. Ну обещал, поиграй со мной в приставку, тогда буду в куклы играть. Точно? Ну я что, обманывала тебя что ли когда-то? Ну ладно, давай пистолет. Да, хорошо, Стофийка, то, что ты согласилась, а то Асеня вообще не соглашался. Ну это мне футбол тоже не нравится. Я не умею его играть. Зато все равно интересно, я выигрываю. А я повыиграю. Ничего, выиграешь когда-нибудь. А, да, 1-0! Гол, классно, я выиграл. А я проиграла. Мы уже все поиграли? Ну да, поиграли, но я еще хочу. Ну ты же обещала дочке матери. Ай, не хочу, не буду играть с дочкой матери. Забивай свою дочку, не буду играть. Ай, вспомню, у меня есть новые игрушки. Пойду сама открою. Батик, не хочу со мной играть, я с ним не поделюсь. Какое-то письмо. Какое-то письмо. Ласкашки. Смотрите. Я не видела такое металла. Прикольные. Еще одни. Конфетки. Годовась. О, стёка какая-то. Эх, одному скучно в фифу играть. Что там Софийка делает? София, что у тебя это за игрушки такие? Это
это мое, с тобой не поделюсь. Ну поделишь, ну покажи, я ж твой братик. А ты не захотя со мной, а вот не дам. А смотри, что у меня есть. Еще одна, только не поделюсь. А можно мне? Это же гонки. Нет, это мои гонки. А, придумала. Что ты там уже придумала? Будешь моим малышом, тогда поделюсь. Нет, в дочке-матери я совсем не хочу играть, а малышом тем более. Ну, как хочешь, тогда не дам. Не, ну тачки я точно хочу. Ладно, буду твоим малышом. Ура, хорошо, хорошо, тогда поделюсь. Сейчас садись в коляску. Как же я сяду в коляску, она же маленькая для куколок. Ой, точно, маленькая. Так что, не будем играть в дочки-матери? О, я придумала. Ага, а я тут в коляску точно поместишься. Я не маленький, София. Ты сядешь, а то игрушку не дам тебе. Давай. Куда едем? Как куда? Кушать едем. Приехали, давай кушать. Надеюсь, огурец будет не вымазаться. Ты чего, он маленький, он для кукол. Ой, да, точно, сейчас другой принесу. Ё-моё, нашла же какой-то. Я не хочу, не хочу, я не маленький. А по игрушку помнишь? Ладно, одевай. Тот же. Хорошо, когда младший братик или сестричка, не пришлось бы в дочке-матери играть. В машинке-то поинтереснее будет. Ну что, мама, будем кушать? Не будем. Будем. Открывай, мальчик. Ням-ням. Молодец. А что, даже вкусно. И еще бы детская питана за маму, за папу. Детки, я уже больше не могу. Молодец, почти все съем, почти не могу. А теперь сосочку и спать. Какую сосочку? Ты что, мне 10 лет? А вот эту, ты же хочешь игрушку? Да, очень хочу. Ладно, давай свою соску. Соси, засыпай. Эй, малыш, не шаги. Ну что, Софийка, наигралась ты в дочке матери? Наигралась. Ну что, дашь мне подарок? Побежали скорее смотреть. О, побежали. Дай. Ну, я открываю. Я же с тобой игралась, я должен открывать. А ты тоже со мной не захотел играть. Ну, я открываю. Ладно, я тебя тоже. Давай, Сашка. О, это мне? Да. Это машинки. Да, машинки разные, можно заполнять, писать что-нибудь про них. Конфетки. Да. Что? Вкусно пахнет уже. Это Candy Planet. О. Карандашик. О! Машинка, которая может стоять. Смотрите, ребятки, она даже есть. А можно я посмотрю, что в твоих миньонах было? Ну да, можно посмотреть. Класс, наклейки. Давай куда-нибудь наклеим. Я сюда приклею. О, они мотоцикл мой наклеили. Классные миньоны.
Вот смотри, еще наклейки тачки ты не заметила. Вот такой на мотоцикл наклей, очень хороший. Давай. Будет. Ребята, правда плохо обманывать? Зря я первый раз Софийку обманул. Да, обманывать плохо. А вы были на канале Брошоу, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Брошоу. Всем пока!